Сегодня вызначится пераможца чемпионату по мини-футболе управления внутренних справ Гомельского облвыканкама. За узнагороды спаборництва спрачались 16 команд. Турнир проходил у Гомеля у палаце гульнявых видов спорту. Звание чемпиона обороняла команда Жлобинского райотдела внутренних справ. Але мэты чемпионату не только выявить пераможцев, але и вызначить лепших гульцов. У мая яны будут оборонять гонор областного управления на спартакиаде Министерства внутренних справ по мини-футболе. Турнир отбудется у Бресте, подрыхтовка до речи где уже зараз. Готовимся, сборы проводим, учебно-методический сбор, потом учебно-тренировочный сбор. На данный момент, я думаю, что на МВД мы где-то будем, ну, в пятерке будем.